Супруги из семьи пытались наладить наркотрафик в Павлодарской СИЗО. Жена арестованного по подозрению в краже принесла ему запрещенные гостинцы. Вещество серо-зеленого цвета со специфическим запахом спрятала в пирожное, но полицейские посылку перехватили. После этого сотрудники отдела по борьбе с наркопреступностью провели обыск в квартире задержанной. Там обнаружили расфасованные синтетические наркотики. В пакетиках было более 50 граммов зелья. Женщина признана подозреваемой по статье 297 части 1 «Хранение и избыт наркотических веществ» и водворена в следственный изолятор сроком на 2 месяца. К слову, согласно оперативной информации, супруги хотели наладить канал доставки наркотических средств на территорию учреждения.